Всем привет, это канал G-Games, меня зовут Гамбит, у нас с вами Обитель Зла 4. Это наша дорога к Resident Evil 8 Village. Will Age. Так, смотрите, у нас тут барельеф, надо потрогать его. Красивое украшение, но чего-то не хватает. Да, я думаю, это змея, козел и лев как-нибудь. Три, наверное, части. Я, честно говоря, не понял. Пойдемте туда-сюда бродить. Закрыто. Какая прочная дверь. Возможно, там тюрьма. Возможно, там тюрьма, слушай, может быть. Вполне вероятно. Так, так, взять. Подожди, что-то пропустил. Патрон для пистолета. Приятно был проверить. Вот откуда деньги. Вот откуда деньги я беру. За картинами. Да. Так, патроны. А это не патроны. Да, патроны. Типа их скинуть надо. Ага. Только в тот момент, когда мы туда придем, они уже исчезнут. Потому что лут здесь имеет такую особенность исчезать. Да, там новый коридор, я к нему стою спиной. Я такой. Захватить Луиса Сера. Я получил подтверждение, что Сера находится в замке. Цыганка, да? Да? Как, почему я пропустил это в предыдущих сериях? Причина его возвращения мне пока не ясна. Мы должны подобрать момент и схватить его. Когда мы поймаем Сера, нужно будет отыскать американцев. Кажется, вместе с образцом этот испанец прихватил таблетки. Они нам не нужны. Мы должны вернуть образец, чего бы это ни стоило. Я чувствую, что есть кто-то еще, возможно, целая группа людей, которая пытается нам помешать. Если образец попадет в чужие руки, то мир, о котором мы мечтаем, никогда не будет существовать. Мы должны остановить Сера как можно скорее. Замечательная информация. Тут кони. Кони. Картина. Ключ. Спасибо. Все, мы в тюрьму. Странно, я думаю, здесь кто-то вылетит. Никто не вылетел. Возможно, это тюрьма. Давай. Я только патрон возьму. Ух ты, мне еще ложить. Класть некуда, да? Ну, есть вариант. Есть способ. В цепях, с зашитыми глазами. Ну да, вот у него фишка. Он реагирует на звук. Все. Гранатометом по нему бить. Я тебя понял. О-о-о! Тихо. У меня больше гранатомет. А, у меня еще сколько? 4 выстрела. Ты мне тут не кричи, давай. Так я же перезагрузился, почему патроны-то не сохранились? На, это тебе. А он все уже разрушил, да? А если туда стрельнуть? Ага. Стрельнули. Стрельнул, успокоился. Наверное, в консольной версии можно было тихонечко ходить. Бля, я думал, ты... Стоп. Это очень опасно. Побежал? Тихо. Блин, да что ты, какая... Куда раз? Стой. Опять побежал на меня.
О, ну-ка, стой, 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 стоп. Слишком близко, да? Леон, бежим, 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 бежим. И машет руками. Ой, хороший ход, наверное. Ну-ка. Да. Огонь. Оружие, огонь. Коней вырубили. Подождите, у меня гранатомета было 5 патронов, мне кажется, плюс 3 еще было в этом сейфе. А, так 3 в сейфе осталось. А теперь зарядимся, чтобы место не занимать. Такое ружьишко. Окей, здесь мы все собрали, да? Желтую траву. Да, нет. Это зеленая. Но здесь же была желтая трава, я ее собрал. Все. Я еще перекладывал ее. Нет, я не ее перекладывал. Ну ладно. О, бежит. Сам такой. Давай. Бори дезверир. Видите, как хорошо. Удачно, успешно. Ребята, ребята. Ты тут... Стоп! А, не попал! Тихо! Вот это главное, чтобы лег и все. Сука, не лег. Да я же стрелял! Есть. Ну, тоже чему радоваться, взорвал труп. Где-то помню, над какой-то аркой на потолке что-то есть. Шпинель. Здесь даже все эти бочки разбились. А тут разбиваться-то особо нечему, да? Ну ладно. Обязательно мы не пойдем, да? Беги, подождем. Каждый раз представляю, как она лбом вышибает дверь, потому что очень торопится. Так, так, так. Слишком близко к моей киске. Ну, в смысле, Эшли, да? Я же могу такое называть? Киска моя. Дочка президента, киса моя. В принципе, я тебя могу так называть, киса моя. Все. Взял булаву, получи по лицу. Е-бой. Вон моя тактика. Выстрел, хедшот, удар, хедшот, удар. Маленько сломалась тактика. Твою матерь. Так, ну со щитами сразу надо сносить, но у меня один выстрел, да? Ладно. Ладно, мы найдем способ. Вот мы нашли способ. Стой. Угу. Так, а с другим надо вот другой способ. А, он же близко. Эшли, пошли, Эшли, Эшли, Эшли. Беги, 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 беги. Разворачиваемся. На. Ух ты, блядь. Эшли, пошли, пожалуйста. Кохаедло, кохаедло. Щатофоко. Ой, я забыл про это. Угу. Ой, слишком близко. Я даже не ударил. Ты кто такой? Ты вообще без оружия попёрся. А это, наверное, щитоносец. Слушайте, это щитоносец, наверное, такой дерзкий.
4 человека, да? Пойдемте вот к крайнему сначала. Угу. Все. Отдыхайте, пожалуйста. Так, давайте, 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 давайте. А это куда пошел? Успеем? А вот этот, они... А, я в середину встал, это очень... А, вообще говно. Есть. Успел. Эшли, пошли. Ты хотел девочку в спину булавой? Ты какой-то не такой. Девочку бьешь булавой. Ой. Вот это Стелс просто стоял сзади, промахнулся прям. В затылок, в упор. Ну что, давайте, решайте, кто первый. Уху-ху-ху-ху, Эшли, пошли, пошли. Отходим, 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 отходим. Еще щитоносец пошел. Ой, как плохо, да. Не могу иметь с этой херней. Уфак, Эшли, пошли быстрее. Эшли, уходим. Сейчас ее съедят. Если ты идешь, нет? Блять. Потому что если тебя ударили булавой, не надо стоять. Не надо, прости, пожалуйста, за выражение, торговать ебальником. Ударили булавой, иди дальше. Давай, побыстрее иди. О, друга привел. Угу. Чё это я решил отойти-то? Меня все устраивало вполне. Я отпускаю шифт, что ли, никак? Ой, блядь, я ее убил. Дура. А я ступила опять, 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 опять. Ну как намаялась я с тобой. Моя попытка номер 3 уже в этой локации. Так, оба взорвались. Это было бессмысленно, окей. Черт, это еще зачем? Есть только один способ это узнать. Кто сделает? Ли он сделает? Ну, это можно было сделать и при живых мобов, да? Только опасненько. Ну чё? Пацаны, вы где? Пока мы не зайдем, вы не появитесь? Я вас понял. Тогда мы пойдем по комнаткам. Пришвырнемся немножечко, так, знаете ли... Ну, мы видим крутилку. Значит, не туда дорога, значит, не туда дорога. В общем, картина напоминает карты Таро. Или Таро. А, смотри-ка, это рычаг прям вон там. Не прям вон там, просто вон там. Ладно. Мне его нужно... Ну, это неизбежно, в принципе. Если мы уже две травы смешали, надо третью смешивать. Это просто полное восстановление здоровья. А можно совместить как-то? Ну, хотя бы так, да. Да, выброси. О, какой выброси? Это ведь мне сейчас нужно будет. Мы Эшли запускаем и начинаем отстрел этих ребят. Давай.
И параллельно эти ребята еще к нам будут бегать, если что. Посмотри на меня снизу вверх. Пока я наверху, а ты вверху. Пока я наверху, а ты внизу. Да, зря я трачу патроны на это, да? На себя. А тратить патроны на нее. Вот так вот, да-да-да-да-да. Масштаб. Без масштаба пока справляемся. Уф. А, это с одной стороны, теперь еще с другой. 10. И вроде никто не идет. А, не идет. Не идет и бежит. Блин. Это ко мне. Бежит мальчишка. Твою мать, некрасиво. Серьезно? Идет, выхаживает свинья. Я тебя понял. Подожди. Я тебя вижу, я тебя слышу, подожди. Ладно, пойдем. Там никто к ней не подойдет, надеюсь. Ну давайте, снизить. Ее снимем? Ай. Белотрусошество, трусошество, трусоство какое-то. Все, вот так вот. Перезаряжаемся. Мы справились. Ты молодец. Ты классно работаешь ручками. Крутишь рычаги. Молодец. Ты очень классно крутишь рычаги. Открыть, открыть. Какая интересная дорога. Вот мы и пришли. Right? Ты в порядке? Я в порядке, оставь меня. Эшли, стой. Как ты удачно встала прямо. Что происходит? Что происходит? Ой, а теперь будет одна из моих... Не бойся, Эшли, я приду за тобой. Одна из моих любимых частей игры, когда мы бегаем без Эшли. Это так приятно. Так, метка 79, 75. Мы повышаем процент меткости смертей. Но было дело, это не важно. Это... Нет, я хочу перезаписать. Это глава 3.1 закончилась. Нас ожидает теперь глава 3.2. Вот. Ханиган, что случилось? Связь прорвалась. Смеется по нетрадиционному. Салазар, как ты это сделал? Мы прервали связь. Мы не хотим, чтобы вы рассказывали всем ненужную информацию. Где Эшли? А, она попала в одну из наших замечательных ловушек. Мы обязательно найдем ее. Не беспокойся о ней. Это Харатьян. А, да. Я выпустил наших жалких насекомых для тренировки в канализации. Спасибо. Это должно мне составить компанию. Я уже думал, что умру от скуки. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи в другой жизни. Но самое главное, Леон, не вешать нос. Ну, Харатьян же. Ну, камон. Софья, Алёшка. Алёшка, Софья, а? Ну, щенок. Щенок не нужен, недорого отдам. Смотрите, Крадомари. Хороший фильм. Хороший, добрый, там птички показывать надо. Так, ладненько, что мы хотим? Мы хотим, это мы хотим забрать, это мы хотим забрать, и нам... Нет, фу, испугался, сам себя напугал. Это мы заберем, и это мы тогда выкинем гранату одну.
Гранатометы, извините меня, это та же граната, только еще прицельно. Да, на каком расстоянии? Да с какой точностью? С точностью да наоборот. Спрыгни-ка. А знаете, что здесь? Я знаю, что здесь. Вы сейчас тоже узнаете. Умер, не умер. Мне кажется, не умер. И вот таких здесь не один. Умер. Слушайте, эту зеленую штуку вроде можно вставить на маску. Нет, нельзя. Значит, куда-то другое место можно вставить. Помню, что куда-то можно. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, блин. Сейчас все взорву себе. Отлично, 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 так сказать, отлично, Геральт. Ты не Геральт. Оп, сейчас получу. Вниз упал. Я пропустил где-то. Я думаю, близко. Ну все, ты должен лечь. Да, отлично. Сейчас соберем лут. Отличненько, отличненько. Хорошо, когда невидимые какие-то уроды, они как-то себя показывают. То есть, точнее, когда продумывают механику, как они должны себя показывать, они разрабы. Оставляют там хотя бы водичку. А это уже неплохо. Следующая локация. Все. Так, в принципе, может с ружьем попробовать. Ух ты. Есть. Внезапно. Какой говно. Как я должен успеть среагировать, что ты бежишь? Ага, еще один. Сзади, не успеваю. Так, надо лечиться. Наконец-то. Короче, надо ничего ждать, там прям стрелять по ним, пока они лежат, и все. Потому что у них следующий момент это... Ух ты, куда? В стену, да? Ну, давай. Тут надо подбежать просто, реально. О! Хм. Думал меня обмануть, сынок. Станешь? Не станешь. Надеюсь, нет. Желтая трава. Блин, мне бы теперь красную. Так-то, две бы. Нет.
И 6 патронов всего. А вот побольше уже. А, записка Луиса. Луиса. Существуют паразиты, которые после проникновения в тело носителя могут управлять им. Биологам известен этот... Как Саус Парк заговорил. Биологам известен этот факт, но проблема в том, что мы не знаем, как они это делают. Более подробное изучение паразитов может поможет понять, как функционирует Лас Плагас. Возможно, это также прольет свет на изучение гонаду жертв Лас Плагаса. Вот список паразитов, которые могут управлять телом своих носителей. Линцетовидная двуустка. Когда личинки этого паразита попадают в пищевод муравья, его поведение разительно меняется. А, это какие-то грибы же еще есть, да? Last of Us, поехали. А днем муравей ведет себя нормально, а вечером температура воздуха понижается, он взбирается на верхушку растения и цепляется к листу своими челюстями. Так он остается неподвижным до наступления утра. Утра. Так его может съесть какое-нибудь травоядное животное. Можно предположить, что целью паразита является переход к конечному хозяину. Галактосомум. Личинки этого паразита живут в мозге рыб. Инфицированная рыба всплывает на поверхность и плавает так, пока ее не съедят морские птицы. И снова такое поведение можно объяснить только тем, что паразит хочет попасть в тело птицы. Дегенетический сосальщик. Ну, это есть такие люди. Спорацисты этого паразита проникают в щупальца улитки. От этого щупальца раздуваются, приобретают яркую окраску и начинают ритмически сокращаться. Пораженная улитка... Так вот, что это такое, я понял. Пораженная улитка вылезает на верхушку растения, где становится жертвой птиц. Уже в теле птицы паразит заканчивает свое развитие, становясь взрослой особью. Прикольно. Интересно, правда, нет? Развернись. Ты что делаешь-то? А, нужно назад зажимать, потом shift, а я наоборот. Я шифтую и зажимаю назад. Все, принял, понял. Принял, понял. Луч, фонарь. А вот как раз в фонарик и вставляются вот эти штуковины, которые падают с невидимок. Ну-ка, то есть попробуем объединить. Да. Да. Отлично. Так, нет, не отлично. Зеленая трава. Патроны для ружа. Это сливной экран. Слить воду? Да. Какой смысл нажимать? Нет. Оставить все как есть и умереть в этой комнате от старости? Да. А, промахнулся, что ли? Так, ты здесь один? И туда. Туда. Угу. Давай этот треугольничек драгоценный. Красный глаз в вашем дипломате. Отлично. А, красный у нас уже был, да? Ну, куда... Нет, давайте посмотрим. Надо, наверное, синий, который, да? Зеленый, красный, да, синий, наверное, может. Лампа с двумя камнями. Ну, правда, невидимки хватит уже, все. Ну, неинтересно, не появляйтесь больше. Просто сосальщики и боеприпас. Есть. Успел. Так, это нам куда? Давайте зажигательную выбросим.
А это давай сразу заряжем, чтобы у нас был слот свободный. Да, именно так. Это твою тут на Иди сюда, здесь хотя бы вода. Что такое? Ну, вот так вот, да, бывает. Серьезно? Вырываться, 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 вырываться. Патроны кончились. Все, ружьишные патроны мы потеряли все. Ну ладно. Сзади. Оп. В черте, чем же тебя стрелять-то, блин? А че, в смысле? А где, извините, взорвалось? Какая? Вообще-то я нажимал удар. Ну ладно. Так, делать нечего. А, то есть он 8 раз не поднимается, поэтому можно сразу. Угу. Так, еще один? Нет. Ну и хорошо. Так, в принципе, наш маузер должен вообще офигенно стрелять. Почему он не кладет всех с первого выстрела? Давайте траву красную. Три патрончика. Давайте оставим. Нет. Маузер. Лейтенант Маузер. Это откуда? Полицейская академия. Ух. Ух, как успели. Бирюза. Понеслись. Давайте красную траву. Ребята, ребята, ребята. Так, свечка. Круто. Вылили из двери. Так, ну тут надо взрывать. Давай сразу прыгнуть, сразу прыгнуть. Я не так хотел спрыгнуть. Ладно. Ведь мы убили самого главного, да? Красного. Он с каким-то ключом вроде бы. Закрыли дверь, да подумаешь. Не очень-то и хотелось. О, торговец за решеткой. Посадили за контрабанду, все, доигрался. Надо быстренько спуститься назад, чтобы собрать лут. Лутс. Угу. Угу. Да можно мне просто вниз слезть, пожалуйста. А, можно. Так, что-то Лос Иллюминадос. Вот. Ой, объединить. Следовать.
Кулон секты Лос Иллюминадос. Кулон выполнен в стиле Лос Иллюминадос. Очень логично. Какой кулон в таком и стиле? Так, сохранили? Я думаю. Конечно же, сохранение.